тактику Геннадия Головкина. Попытаться доминировать, попытаться... Вернее, пытаться давать как можно меньше пространства. В конце концов, он пропускает, как правило, сильный удар. Перекрыто. Поскользнулся австралиец. Запутался в канатах. Очень мощно бьет Геннадий. Физически сильнее, конечно, Головкин. Нокдаун. А это лишь второй раунд, друзья. Я говорил, да? Геннадий попадает в мощные атаки. Как правило, никто этого уже дальше не выдерживает. Тут ни одного лишнего движения. Постоянно все равно находится под прицелом. Тратит зря. И эффективность высокая при этом. Снова попадание навстречу. Это нокаут, по-моему. Нет, быстро поднимали, знаете. Да, налетел на встречный удар. Рефери останавливает бой. Он посмотрел внимательно в глаза австралийцу и понял, что все это может закончиться очень плохо для Гина, потому что еще очень много времени оставалось в этом раунде. Ну, теперь раскрою немножко, что думал я. Я думал, что будет досрочная победа, но где-то ближе к раунду, так скажем, восьмому. Все-таки я надеялся на более серьезную оппозицию со стороны Гина. Вот так все и закончилось, друзья. Очень быстро и очень убедительно. Геннадия Головкина. Таким образом одержана 30-я победа и 27-я досрочная. Ни у кого нет такого соотношения, друзья. Ни у кого. Довольный Геннадий.